преддверии новогодних праздников многие готовят подарки своим родным и близким. 40-летний житель Саранска тоже оказался в числе поздравляющих, но порадовать он решил себя. Для этого купил конфеты, которые не понравились оперативникам наркоконтроля. На кухонном столе обнаружен фантик, в нем вещество темного цвета. Поясни, что здесь находится? Гашиш. 10 граммов гашиша мужчина заказал через интернет. Хранить запрещенный продукт в таком виде было опасно, и горожанин пришел, по его мнению, к гениальному решению – замаскировать наркотик под сосательные конфеты. Но затея провалилась. Все 11 свертков полицейские изъяли, и наркоман со стажем остался без сладкого подарка. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Анастасия Семышева, программа «Происшествия».